Всем привет! Ну что, друзья, поехали в карьер старую линзу? Кто на машине, тому проще. А мы с вами поедем на автобусе. Садиться нужно на остановке Южная в Ботаническом районе. Автобус номер 9. Сейчас вы видите небольшой кусочек карты, на котором я покажу дорогу от поселка Шабровский до карьера Старая Линза. А вот сейчас следите за оранжевой точкой. Она идет по автомобильной дороге вдоль железной дороги. Ну вот, мы дошли до развилки. Налево здесь будет поселение. Видимо, это Старые Шабры. А направо, если идти, то мы придем на станцию Тальковая. Переходим через железнодорожные пути и идем прямо по грунтовой дороге. Слева на березе висит большой красный предупреждающий знак. Идем смело туда, мы на месте. Показываю еще раз. От остановки Шабры, где мы вышли, идем вперед по автомобильной дороге вдоль железной дороги. Поворачиваем направо к станции Тальковая. Ее на повороте видать. Если вы подъедете на машине, то около станции Тальковой машину нужно оставить и дальше идти пешком. Автомобильная дорога здесь вполне нормальная, уж не сильно убитая. Улица называется 50-й Пикет. Вот и сама станция Тальковая. Переходим здесь железнодорожные пути. От остановки Шабры до станции Тальковая, ну, где-то примерно 1,5 километра будет. Переходим железную дорогу и идем по тропинке в лес, еще примерно 250 метров. По правую руку сквозь деревья будут видны здания Талькового комбината. Рассказываю и показываю так подробно, потому что я нигде не нашла маршрут. И пока сама сюда добиралась, поспрашивала очень много людей. Хорошо, нашлись добрые люди, подсказали, как идти. А теперь я вам показываю. Из Екатеринбурга от остановки Южная до остановки Шабры можно доехать на обычном городском автобусе примерно за 40 минут. Ну и дальше пешком я шла примерно полчаса. Ну, у каждого свой шаг, кто-то быстрее, кто-то помедленнее. Но, в принципе, дорога мне показалась не трудной. Так что вполне можно пройти и пешком. Ну, а кто на машине, ну, тем везет. Вот мы выходим к такому вот трехэтажному долгострою незаконченному. Тут, видать, вообще следы апокалипсиса какого-то. По правую руку мы видим какой-то карьер, он неглубокий, но там работают вот экскаваторы, ходят люди. Но это не то, что нам нужно. Мне подсказали, куда идти. Так что идемте. Пройдя еще немного вперед, ну, метров 100-150, по левую сторону на березе я увидела такой красный предупреждающий знак. И вуаля! Мы пришли, куда стремились. И вот по этим деревянным лесенкам можно спуститься вниз с террасы на террасу, с террасы на террасу. В общем, я вам показала маршрут. Зрительно вы запомнили дорогу. Так что теперь вы сможете дойти сами без подсказок или доехать. Вот, если вы на машине, то я потом в описании дам
координаты GPS-навигатора. Я так грубо прикинула, каков километраж я намотала за этот мой тур выходного дня. Ну, примерно 5 километров пешком, туда и обратно, и круги там вокруг карьера. Во второй части я вам покажу сам карьер, старую линзу, и расскажу о его происхождении. А сейчас мы с вами прощаемся. Ждите вторую часть, и всем пока-пока!